Друзья, я вам говорил, здесь у нас Средиземное море очень чистое. Посмотрите, прозрачный, как зеркало. Очень красивый. И песчаный пляж в Мерсине. Вот ровно песчаный пляж, действительно. Люди купаются, отдыхают. И ровно, еще ровно. Для пожилых людей очень удобно, для детей тоже удобно. Конечно, еще есть такой у нас крепость. Вот это Кыскалесе, очень красивый, хороший Кыскалесе. Это название «Один король» или «Своя дочка». Построил «Один король» или «Своя дочка». Для папа очень важная дочка, правда, друзья. Вот такая здесь жизнь. Жизнь кипит, жизнь продолжает. Так что... Друзья, всем добрый день, всем добро пожаловать на наш канал в YouTube. Наш канал действительно очень полезный канал, друзья. Поэтому, если вы еще не подписаны на наш канал в YouTube, давайте все вместе подписываемся и поделимся наши видеоролики своими друзьями, соседями, родственниками и врагами, чтобы люди видели. Вот это красота, друзья. Средиземное море – это наш брат. Природа, солнце, море, чистая экология, друзья. Море вот такой прозрачный, красивый, чистое море. Очень полезный в самом деле, друзья. Поэтому я вам хочу сказать, друзья, хочу немножко с вами поговорить в этом ролике. Туристская жизнь – это очень интересная жизнь, очень разнообразная жизнь. Сейчас, в данный момент, я нахожусь в городе Мерсин, и вот природа, сейчас я наблюдаю, здесь люди так отдыхают, и туристская жизнь так очень добрый, душевный жизнь в самом деле, друзья, и люди очень гостеприимные. И очень современный. Я всегда говорю, вот эта красота, море, солнце, природа, может быть, в другом месте тоже можно найти. Но самое главное, что капитал, это люди, друзья. Это очень важно на самом деле. Поэтому я как турок хочу некоторые вещи, которые много людей не знают, хочу вам донести. Глубоко жизни. Это моя задача. Глубокая жизнь, туристская жизнь вам показывает, как люди живут, какой город Мерсин, какой город Аланья, потом как сельские люди живут, местные люди как живут, новые законы, новые правила. Часто здесь тоже много что-то меняется. Я пытаюсь своим родным языком вам это все донести, друзья. Нужно просто заходить иногда на нашем сайте arbatoms.ru, arbatoms.ru, заходите на нашем сайте, и оттуда тоже вы можете набрать, посмотреть актуальную информацию, друзья. Либо вы можете заходить просто часто на нашем канале Arbatoms, наш канал YouTube, друзья. Там тоже очень интересные, хорошие видеоролики есть в самом деле, друзья. Поэтому я вам хочу сказать, плюсов много, чем минусов в городе Мерсин. Песчаный пляж. Пляж очень хорошо. Длинный, широкий пляж. Это для пожилых, для детей очень хорошо в самом деле. Потом экология очень чистая. Особенно западная часть. В Мерсине западная часть очень хорошо для проживания. В Мерсине строится новый аэропорт, который открывается в 2023 году, в конце года. Это тоже большой плюс для города Мерсин, друзья. В Мерсине сейчас начали строить метро. Это тоже очень хорошо для развития города. В Мерсине есть очень много государственной школы, также частной школы, друзья. В Мерсине есть очень много государственные больницы, частные больницы тоже.
И образование очень хорошо. Есть университет, 22 факультета, 17 квадратных километров, огромный большой город. Есть в Мерсине столица клубника, есть столица лимон, столица банана. Самая южная точка в Турции – это в городе Мерсин, перегород Анамур, друзья. Поэтому город вот такой очень длинный и очень разнообразный. И очень разные люди здесь живут в одном месте, довольно счастливы. Европейские тоже живут, русскоязычные люди тоже живут, арабы тоже живут, сирийцы тоже живут, мы турки тоже живем. Из других городов тоже много людей приезжают и живут. Все довольно счастливы. Я именно из этого тоже очень люблю город Мерсин, друзья. Потому что столько разные люди живут, никому не мешает. Иногда русские меня спрашивают, столько много людей, почти 2 миллиона населения, никакой трации, люди не кричат друг друга. Я это не понимаю, почему русские это меня спрашивают, что должен драться, что ли? Интересный вопрос. Мы часто встречаем такие вопросы. Хорошо, давайте, друзья, берегите себе, если измерзнет. Из Алании какой-то у вас вопрос будет, я всегда с вами. На связи, увидимся, берегите себя. Я вас очень люблю, уважаю. Всем пока-пока. Kandıramazsın beni, susturamazsın beni, durduramazsın beni, ben kötüyüm seni mi? Kaçıncı oldu tamam, inan ki katlanamam, seninle sensizliği de kimseyle paylaşamam, seninle sensizliği de kimseyle paylaşamam.